Такое. Рекомендую, кстати, тебе. Такая прикольная. Нет, обещаю, я просто сейчас читаю 4 книги подряд, ну, одновременно. Павел Блинченко. Понял. Опять отшел. Да, понял. Пошли, да, чуть поближе. Это рискни, если что, там в укол пройти, там ничего. Это же нужно дотянуться еще, понимаешь? Паха, слідкуй, дійсно трохи несправедливо виходить, насправді. Я чуть-чуть туди, от у мене возле лица пульсар лежить. Ось вообще, мені кажется, нога напроти друг друга. Так буде лучше. Ладно, я тоді розумію. Що так, Кетич? Подожди, пошли. Хорошо, он был, конечно.